стабильная экономика – основа развития. Без нее и детские сады не построить, и даже трубопровод новый не проложить. Рабочие места – главный источник дохода муниципального бюджета. Более 75 крупных и средних предприятий действуют на территории Щелковского района. О том, как увеличить их количество, а соответственно и численность рабочих мест, говорили на круглом столе, посвященном экономической политике и поддержке предпринимательства. В своем докладе представители финансового управления районной администрации сразу отметили – ситуация в экономике прошлого года складывалась непростая. В 2015 году крупными и средними промышленными предприятиями района отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности на сумму 80 миллиардов и 80 миллионов рублей. Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года на 27 миллиардов. Чтобы нивелировать последствия экономического спада, в районе предпринимался целый комплекс мер. В первую очередь велась работа по снижению административных барьеров между властью и предпринимателями. Постоянно, в общем-то, при обращении в администрацию мы встречаем, в общем, поддержку и находим, в общем-то, решение по тем или иным проблемам. Налаживались взаимоотношения и с начинающими предпринимателями. С января 2016 года каждый четверг в администрации района проходит заседание Совета по созданию благоприятного инвестиционного климата, на которых рассматриваются и впоследствии курируются интересные бизнес-проекты. Так, в Щелковском районе в скором времени должны появиться несколько новых ферм и тепличных комплексов, а также такие высокотехнологичные предприятия, как производство коронарных катетеров, уникальное для России, и расширение особой экономической зоны фрязинской фирмы «Исток», выпускающий СВЧ-оборудование. В рамках круглого стола было предложено активно вести подготовку привлекательных инвестплощадок и в дальнейшем внимательно наблюдать за их развитием, в том числе привлекая все уровни общественности. Осуществлять депутатский и партийный контроль на местном уровне за реализацией дорожных карт по улучшению ведения бизнеса в Щелковском районе. И третье – оказать содействие в реализации мероприятий по увеличению доли закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства Щелковского муниципального района. Это очень важно, в том числе и для работы малого и среднего бизнеса и вообще предприятий. Почему? Потому что есть на сегодня, я бы так сказал, достаточно много административных барьеров. Вот это, я думаю, тоже в резолюцию надо вписать, поскольку приходится постоянно сталкиваться в работе с коллегами из этой сферы. Меры поддержки малого и среднего предпринимательства в рамках круглого стола обсудили отдельно. В 2015-м на территории района было создано 68 предприятий такой категории. Хочу предложить включить в резолюцию следующее предложение. Первое – способствовать созданию условий для увеличения доли экспорта продукции предприятий Щелковского муниципального района на зарубежные рынки. Второе – одобрить инициативу создания программы субсидирования малому предпринимательству процента по кредитам оборотного капитала. Пополнять бюджет не за счет увеличения налоговой ставки, но за счет роста числа рабочих мест. Налог на доходы физических лиц – главный источник средств для любого муниципального бюджета. Предложения по оптимизации работы с налоговой базой также звучали в рамках круглого стола. Поддержать реализацию мер, направленных на повышение доходной базы и устойчивости региональных и местных бюджетов. Всего в резолюцию встречи вошло 10 предложений, которые касались инвестиционной политики, поддержки малого и среднего предпринимательства и оптимизации бюджетного процесса. У нас есть очень много проблем. И эти проблемы возможно пошагово решать. Так же, как решаются вопросы в социальной сфере, так же, как решаются вопросы благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства. Да, где-то с трудом, где-то преодолевая сложности. Но мы вместе с вами нацелены на решение этих вопросов. Александра Гранич, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».